И начинается второй тайм. В воротах традиционно замена команде «Алмаз». На ворота вышел Юнусов Амир. Минеев на коротке с Загайновым. Сильно вперед на Юнусова. Юнусов Афанасьеву. Афанасьев в центр на Минеева. Очень опасно. Минеев сам же исправляет свою ошибку. Опасно. Отличный пас на Загайнова. И в подкате защитник команды «Строитель» вынужден выбивать мяч в аут. Карапетян на Юнусова. Юнусов дальше на Гараева. Гараев на Афанасьева. Афанасьев в центр на Минеева. Потеря. Сильный удар издалека. Мимо ворот. Юнусов Амир будет вводить мяч от ворот. Вперед. Команда «Строитель» перехват. Афанасьев подхватывает. Афанасьев подхватывает. Сам тащит мячик. И опять в подкате 11 номер команды «Строитель» выбивает мяч в аут. Очередной удар по воротам команды «Алмаз». Исполнение игроков команды «Строитель» мимо ворот. Юнусов Амир будет вводить мяч. Сильно вперед. Вот здесь Минеев должен побороться. Отличный перехват от Гараева Искандера. Ох, какой опасный удар в исполнении команды «Строитель». Но, слава богу, мяч пролетает мимо ворот. Юнусов Амир будет вводить. Гараев Искандер с мячом. От ворот фиксирует судья. Центр на Минеева. Минеев дальше. Искандеру надо побороться. Обыгрывает. Пас на Минеева. И команда «Строитель» опять выбивает мячик в аут. Гараев Искандер будет вводить мяч в игру. Минеев с мячом. Неудачный отскок. И Афанасьев, да, и Афанасьев в красивом подкате выбивает из-под ног команды, игрока команды «Строитель» мяч в аут. И
Юнусов на месте, спасает Юнусов свою команду, оставляет в игре. Сильно вперед на Загайнова. Штрафной в пользу команды «Алмаз». Карапетян на Юнусова. Юнусов на Афанасьева. И отличный перевод на Загайнова. Загайнов, удар! Еще! И вратарь команды «Строитель» делает просто невозможное в данный момент. Карапетян, удар. Юнусов отбивает. Ой-ой-ой, успокоить надо игру Юнусова, Амир, успокоить. Опасно, опасно, три удара было в его ворота. Загайнов, удар. Пас на Минеева, к сожалению. Оль, синие сейчас играют, тоже крайнюю игру, больше играть сегодня не будут. Афанасьев поборолся. Прекрасно. Обыграл одного. Ой, Юнусов молодец, Амир. Афанасьев с мячом. Очень неточная передача. Удар! И команда «Строитель» забивает гол. Счет становится 2-1 в пользу команды «Строитель». Здесь Юнусов спокойно. Афанасьев борется. Минеев своевременно подключается. Вместо Гараева выходит Сафин. Мяч водить будут игроки команды «Алмаз». Также вместо Афанасьева вышел Холкин. Каменееву надо побороться. Отбивает мяч. Ой-ой-ой, как опасно. И удар мимо ворот. Холкин с мячом. Зарабатывает аут. Так, замена вместо Холкина, опять выходит Афанасьев. Афанасьев на грудью прямо закрыл
ворота. Сафин. Вот сейчас за эту ошибку могли наказать игроки команды «Строитель». Угловой будет подавать команда «Строитель». Гараев. Сильно выше ворот. Янусов на месте. Афанасьев. Гараев зацепился за мяч прямо на бровке. И зарабатывает аут. Сафина меняют на Загайнова. Афанасьев с мячом. Как-то подуспокоилась маленькая игра. Будет вводить мяч в игру. Искандеру надо напрягать. Карапетян в подкате прерывает. Прострел вдоль ворот. Гараев на коротке с Афанасьевым. Угловой показывает судья. Так, ну могу сказать, что параллельно закончился матч между командами «Алмаз-1» и «Алмаз-2». И, судя по всему, «Алмаз-2» выиграл там, в дерби. Карапетян на Гараева. Сказывается усталость у ребят команды «Алмаз». Загайнов с мячом. Зарабатывает аут. Отличная передача Загайнова. Афанасьев спокойно на Гараева. Искандер не готов. 3-2 выход у команды «Строитель». В поле появился Сафин Даниэр вместо Гараева Искандера.
Минеев подхватывает передачу на Загайнова. Есть возможность убежать в контратаку, но опять 11 номер команды «Строитель» страхует своих ребят. Удар, Юнусов на месте. Сафин с мячом, обыгрывает одного. Передача на Афанасьева. Афанасьев, передача на Минеева. Перехват в исполнении команды. И на последних минутах команда «Строитель» забивает еще один гол. Вместо Карпетяна выходит Холкин. Полкин перехватывает Минееву. Минеев Сафину. Сафин. Штрафной. Зарабатывает. И Афанасьев будет, скорее всего, подавать или пробивать, пока непонятно. Это передача. Минеев. Загайнов перехват. И 11 номер опять в этой дуэли выигрывает. Команда «Строитель» в атаке. Юнусов вводит мяч. Сразу потеря. И у нас остаются считанная минута уже. Минеев. Не потеря, да, устали ребята, видно. Загайнов. Афанасьев. Юнусов. И команда «Строитель» зарабатывает угловой. Ой-ой-ой, как опасно. Ранель не попал по мячу. И Юнусов спасает команду. Передача. Удар. Холкина меняет Карпетян. Так, ну практически все матчи закончились. Наш последний. Судья уже смотрит на время, и, скорее всего, сейчас будет финальный свисток. И вот надо побежать, надо побежать. И все, на этом матч заканчивается со счетом 3-1.